Вот уже более 70 лет в начале августа вся страна традиционно чествует своих спортсменов. В советские годы День физкультурника отмечался с большим размахом. Но и в современности, когда спорт и здоровый образ жизни являются приоритетным направлением в политике российского государства, этот праздник не забыт. Проезжая по всем городам и весям Брянской области, часто встречаешь небезразличное отношение к спорту, к здоровому образу жизни со стороны не только тех, кто напрямую связан со спортом, но и со стороны родителей, бизнесменов. И это отрадно видеть, потому что, конечно же, есть и проблемы, но есть и успехи. Наверное, нужно пожелать всем вам в этот день успеха, счастья. И самое главное, чтобы воспитанники ваши всегда были продолжением ваших дел. Действительно, чтобы спортсмены каждый раз радовали нас своими успехами. Ведь это самое яркое, самое большое отображение всех тех трудов, которым мы все с вами заняты. Такие собрания – это всегда подведение неких итогов. Заслуженные награды в этот день получили особо отличившиеся в минувшем сезоне атлеты, тренеры, сотрудники учебных заведений и ветераны спорта. Я очень рад за своих коллег. Было очень много почетных грамот, награждений, благодарностей. И вот поверьте мне, за каждого из них я радовался, вот как за себя, потому что знаю, что такое получить вот такие награды от руководства нашей области. Но о наградах и титулах в этот день сами спортсмены говорят неохотно. В поздравлениях звучат совсем другие слова. Хочу поздравить не только спортсменов, тренеров и всех деятелей физической культуры и спорта, но и также всех жителей города Брянска. Пожелать самое главное – это здоровье. И всем потихоньку, понемножку заниматься спортом. Потому что нет на свете такого человека, которому нельзя было заниматься физкультурой. Всех с праздником и всех благ. Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника, продолжатся на спортивных площадках региона еще несколько дней. Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов. События. Брянск.